Привет, друзья! Продолжается история с движением Custom Запилижон. Запилижон. Значит, теперь досталось китайской милитари в исполнении Титан. Значит, у меня была титановая милитари. Я купил ее, в принципе, она была дефектная. Но просто интересно было сделать. Вот он у меня лежал, там весь потерся. И, в общем, крайне непрезентабельный был. И я ему тоже приклеил Сильвертвилл. Сильвертвилл однослойный. Значит, у меня уже было решение, я уже приклеивал вот к Чи-95. Тут все красиво, но здесь держится за счет вот этих углублений очень хорошо. Здесь пошел я, значит, дальше. Здесь как бы более удачное решение, потому что еще вот эти три винта его прихватывают и держатся еще крепче. Конечно, если в торец попадет какой-нибудь удар вот сюда, возможно, она отлетит. Я не знаю. Но согласитесь, что такая вот миля, она посимпатичнее, чем вот такой дешевый пескоструй. Так. Вот так вот он выглядит. Пройдемся. А, да, это не просто, это боец какой-то 3, там, от Steel Claw. Но это вариация на милитари. 9CR17, насколько я знаю. Или, возможно, D2. Не знаю даже. Это я прорежу шлиц для того, чтобы подкручивать уверенно. Немножко пошкрябни осталось. Я вроде бы заполировал, но вот видите, на камеру видно, что осталось еще. А так вот вроде не видно. Вот, вот такая вот вещь получилась. Интересное, мне кажется, решение. Если у вас также есть титановая какая-то милитари, или даже G10, и вы хотите, вот, допустим, светленькая какая-нибудь, или синенькая, фиолетовая, можно вот так же приклеить кусочек этого сильвертвилла однослойный. Он тоненький достаточно. Вот, не раздует ручку, и у вас будет симпатичная такая игрушка. Вот, надеюсь, было интересно. Давайте еще 95-й положу. Вот такие вот симпатичные вещи получаются. Так, забыл сказать, если кому-то интересно вот именно в таком исполнении, чем миля, обращайтесь, в принципе, я готов его сменять, там, продать. Мне, в принципе, миля не очень интересный нож для меня, поэтому я, в принципе, готов от него, с ним расстаться, как бы, отказаться в пользу какого-то другого, более интересного ножа. Вот.